данных, потому что это все понятно. Тем не менее, он в Москве занимался преимущественно гражданской службой с 90-х годов, но тем не менее, он в Москве организовал училище, женское училище, и оно сейчас стало гимназией, и до сих пор существует это в районе метро Семеновской, и до сих пор там поминают Александра Александровича. И почему мы о нем здесь начали? Потому что, естественно, вот те потомки, которые проживают в Москве, это идет, как сказать, линия идет от Александра Александровича. Поэтому давайте мы сразу следующий кадр. Мы взяли тех потомков, вот уже сейчас начинаем, с кем мы были лично знакомы, с кем мне довелось дружить. Я очень дорожу этой дружбой, дорожу памятью об этих людях. И мне довелось быть знакомым с двумя правнуками, которые жили в Москве. И вот одна из правнучек, это вот Мезенцева Наталья Сергеевна, правнучка с одним словом Пушкина.